Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по криминалочке. Играем, как всегда, на gtrp.ru, сервер номер 03. Друзья, короче, я начинаю сейчас серию неспроста, именно из дома, потому что дело в том, что прямо сейчас меня должен ждать один важный человек около дома, который на самом деле спасет просто мое, я даже не знаю, мое состояние депрессивности, которое я испытываю последнее время в КРМП за счет того, что я очень сильно облажался не так давно. Нихуя себе замудрил вот это предложение. Я, мне страшно представить, если его написать вот реально текстом, как это огромное, как мой член. Ну ладно. Итак, друзья, давайте выйдем, сейчас вы все поймете, а может быть по названию серии поняли, вообще я об этом говорил. Так, вот он. Вот он, Алексей Юшин. Это просто святой человек на самом деле, потому что... Здорово всем. Так, значит, ох. Ох, ты уверен, что хочешь этого? Гидравлики нет, не бита, не крашена, пробег родной. Блин, короче, чувак предложил мне, уже очень давно предлагал. Он хочет поменяться со мной. Я не знаю в чем, как бы он просто... Ты просто святой человек, реально, святой человек. Потому что, я не знаю, ребят, может быть он хочет просто на номерах мою тачку забрать, потому что уже номера я себе... Нет, так, там руку давай, здорово. А, опять оливы, ну понятно. Так. Какая там команда для обмена? О, спасибки, нихуя себе. Короче, ребят, может быть, я не знаю почему... Но чел реально просто сам предложил поменяться. То есть я облажался, если кто не помнит. Я проебал свой весь тюнинг, ну именно вот внутряночку, да, технический весь тюнинг. И чувак согласился свою RS7 с полным тюнингом поменять, я так понимаю, без доплат, просто ключ в ключ на его, который с тюнингом. Моя без тюнинга, его, ну вы поняли. Так, Cell Vehicle, Audi A7. Обменяться с игроком 419. Ну-ка. Для совершения обмена вы должны находиться на месте. А, все, понял. Понял. Сейчас. Друзья, черную на красную меняем. Чисто так, знаете. Блин, ну, Лех, спасибо тебе огромное, реально. Я до сих пор реально расстроился. То есть многие пишут до сих пор там, что это была. О! Обменяться. Ёпта, какая команда ебанутая. Вех. Бля, братишка, спасибо большое. Бля, Лёх, прям вот реально, ребят, я вам еще раз повторюсь, это было не подстроено, не для просмотров там или еще чего-то. Я честно, как на постоянно, ну просто как полный лох, да, соглашусь. Я не думал, я был уверен, что это... Сейчас выйду. Так, сейчас, пацаны, сейчас я приеду. Я был уверен, что это снимается, ну, типа, знаете, вот диски, гидравлика, азот, то есть вот такой вот тюнинг, но не, блядь, вот этот вот именно внутренний. Я был просто почти уверен. Ай, короче, Лёха, спасибо еще раз тебе. Теперь у нас вот это замечательное красное, смотрите, ростовские номера. Ростов, папа, Одесса, мама, Питер, дядя. Москва тетя, как говорится, да? Ай, блядь, ладно. Так, ну что, покатаемся. Я даже номера пока не буду ставить. Мы только перекрасим ее сейчас. Так, пацаны, прыгайте все. Прыгайте, кто хочет. Так, чувак там на Ешке, я так понимаю. Блин, ребят, я толком же не заценил даже ее в максимальном тюнинге. Тогда, когда купил. Блин, это просто реально. То есть, чувак, понимаете, мало того, что мне повезло. Ну, то есть, вообще, это знаете, это просто совпадение, не думаю. Похоже, пиздец. Короче, это было реально очень... То есть, понимаете, насколько, да? Вот, то есть, бля, без гидравлики реально. То есть, я проебался, и нашелся человек тоже, у которого есть RS7, у которого есть весь тюнинг, у которого не стоит гидравлика, как я хочу, 10x азот. Спасибо. И прям вот то, что нужно. И он еще готов был, просто сам предложил. То есть не я нашел этого человека, он сам меня нашел, сам предложил поменяться ключ в ключ. Я не знаю, в чем его выгода, просто может быть доброе дело сделать. Но, чувак, ты реально красавчик, просто. Он сэкономил огромное количество моих денег. Теперь я смогу спокойно накопить уже на вертолет. В принципе, я могу это... Да, друзья, кстати, кто ждет вертолет, ставьте лайк, потому что я чувствую, будет полный... Ух ты. Бля, чувак, сорян, я тебя... Понял.
Если что, это был пинг. Это было сейчас очень жестко. Знаете, такой удар прям смачненько, смачненько. Так, а где у нас, где тачку красить? Я реально, у меня все из головы. Я уже, знаете, я просто после того, вот то, что произошло в моей... Вот этот тайм-код. Вот этот звук, вот. В южном. Бля, ёбаный рот! Ёпта! Охуеть! Ну я, конечно, тоже красавчик. Блять, вот я дебил стал просто. Почини, пожалуйста, почини, пожалуйста. Ребят, просто это самое. Бля, меня сейчас ФБР, по-моему, повяжет за такую хуйню. Я реально, у меня как-то мир перевернулся после этой хуйни, то что... Чё по 2D-шному мотору вообще? Я понял. Чё-то чувак не хочет никого чинить. Мы опять стоим очень опасно вообще. Саня Воркман с халашом, ёпта, он нас не расстреляет здесь? Нет, смотрите. Почини, пожалуйста. Пожалуйста. Здорово, здорово. Ну, что происходит? О, наконец-то. Ацепт 99. Все, красавчик, спасибо. Так, в южном ВСТО в итоге, да, красить тачку? Красить. Или шо? Так. Точно? Булкин за мной. Это кто кричит? Кто? Кто? Джеффриф... все, понял. Понял. Погнали. Погнали. Бля, у нас такая, знаете, немецкая банда немецких автомобилей. Ешечка. Аудюшечка. Прям все по кайфу. Вот прям... О, так все... В смысле? Ты хочешь сказать, что здесь край... подождите. Точно! Вот я ебланище, влагалище, пердун, дрочила. Так, подождите, ну-ка. Ай, блядь, точняк. Что? Блядь, я уже боюсь этого места. Что я опять сделал не так? А, фу, блядь. Сердечко ёкнуло аж. Ну, блядь, это не тот свет. Ну, да ну нахуй, не. Бляха-муха. Вот сейчас будет, конечно, очень сложно подобрать. Вы поняли, да, какой цвет я хочу подобрать? Кстати, ну... Блядь, как же сложно... Блядь. Ой-ой-ой, Санек, тихо-тихо. Воркман Санек разошелся, я смотрю. Темность. О, тихо-тихо, вот это. Ну, кстати, ну что-то вот, ну что-то близенько, что-то вот попахивает, что-то вот, да, но не то все пока что. Ну, что-то слишком. Хотя. Ну, пока, кстати, матовый. Хм. Насколько. Вот надо вот этот, но темнее. Причем темнее, так прям. Это уже какой-то коричневый, блядь. Только тюринг не удалю. Это я охуею, если удалю. Я просто уйду сразу, знаете, блядь, куда-нибудь вообще, не знаю куда, просто уйду. Просто пойду, куда глаза глядят. Ребят, ну я не знаю, у меня, знаете, я, конечно, дальтоник, но иногда хочется быть не дальтоником, спасибо. Так вот, бля, наверное, все-таки вот типа такого. Ну вот чуть-чуть темнее. Вот чуть-чуть на капельку темнее. Но это коричневый, блядь. Пиздец, и дальтоник, да? Ёбнутый человек я, конечно. Ну, блядь, что поделать? Вот таким родился. Ну а что я теперь могу? Вот этот, короче, да? Ну такое, блядь. Че? Ой, бля. Хм. Она больше похожа на другой. Есть еще другой серый матовый у Audi цвет. Вот он похож на этот. Бля, ну такое. Чисто, знаете, RS6 в реальной жизни, RS7 в виртуальной. Бля, у тебя Ешка на тюне? У тебя Ешка на тюне? Сейчас вот интересно. О-о-о-о! Попахивает гонкой. Погнали за мной. Встанем. Все, пацаны, сейчас будет Ешка. Правда, тут типа 200-ик. Ну, у нас, правда, тоже А7, типа, а не РС7. Так, я думаю, что самый оптимальный вариант. Так, вот здесь мы сейчас встанем. Ай, блядь, я так и знал, что ДТПшечка будет. Ёпт. Так, подождите, я правильно понимаю, что... Да. Блядь, тихо. Цвет вообще не похож, нихуя, но это похуй. Так, ну шо? Давайте кто-нибудь отсчет. Все, пацаны, сейчас будет жестко. Ой, бля, мусора приехали. Ну что, пиздец. 3, 2, 1. Ну, такое, блядь. Так, подождите, пацаны. Бля, я ж люблю...
Эй, тихо. Ой-ой-ой. Ой, мама, а чё? Чё, блядь? Ёбаный рот! Пацаны, нет, пацаны! Пацаны! Я нормально. Фух, вот я... Блять. Я просто пацана убил, понимаете? Просто убил вот эти гонки! А, кстати, где Джефф? Или как его там? На Ешке. Бля, губастенькие, смотрите, гуляют. Почему у нас губка поджата так? Смотрите. Один сексуальный другой... О! Бля, он... Да ладно! Ты тоже разъебался? Серьезно? Пиздец. У нас один погиб. Я ебал эти гонки. Ой, че я так присел, как будто минет делаю. Бля, жалко пацана, конечно. Колбаскин откинулся. Колбаскин? Бля, меня смущает этот чувак, смотрите, с поджатой губкой и с калашом. Ай, бля, ну такое. Такое. Конечно. Че делаем? Хуй знает. Из твоей серии помню Колбаскин. Даже Колбаскин? Колбаскин? Я не помню. Попутку ловим. Погнали! Блять, ну и две попутки прохуячи. Как всегда. Ой, блять. Я знаю как. Друзья, как ловить такси? Смотрите. Показываю один раз. Бля, Санёк! Саню оставили! Саня! Ну такое, блядь. Саню жалко. Санёк! Он так грустно пошел, знаете, я захотел, чтобы прям... Мест ноль. Лови другой Роллс-Ройс! Роллс-Ройс! Пацаны, ну я же сказал, один раз показываю. Вот так Роллс-Ройс и останавливаются будет. На крышу давай. Ну такое, блядь. Он еще откинулся так, блядь. Сейчас бы розыск мне давать. Бля. Че по оливам вообще, который... Мне кажется, там авария была. Понимаете, что оливы, как бы... Ну, как бы, я не удивлен, что это... Пацаны. Ну, как бы... Хайд. Ник. Нейм. Сука, блядь. Как скрывать от ник, блядь, ёбаный. Никнейм. Бля, я забыл команду. Хайд. Ник. Хайд энд сик, ёпта. Прятки, блядь. Бля, как ники? Какой командой? Командой ники скрыть? Тут такой кадр пиздатый. Кадр пиздатый. Чисто такси словили, пацаны. Саня, чё по отдыху? Да, бля, он нормальный, с калашом, лёг, вообще, смотрите, Workman, Workman Саня, блядь. Бля, кто подскажет по команду? О, 333-33, ну нормально, и Rolls-Royce. Кстати, Rolls-Royce я заметил, что практически никто не покупает. Чё там по команде? Disable Nix, спасибо. Так, ой, блядь, ой, красотулькинсон, а? Вы посмотрите на эту просто, это же, блядь, мега круто. Я твой сосед, Санёк. Да я уж понял. Что? Тут улетел? Элитой попахивает. По-моему, Саня улетел. Саня! А куда он улетел? Он реально улетел, блядь? Санёк реально улетел! Саня улетел, походу. Он даже не заметил, понимаете? То есть на капоте перед ним валялся мужик, он даже не заметил. Все нормально. Блять, это опасно. Вот я чувствую, мы разъебемся сейчас. Где Санёк-то, блядь? Он реально куда-то вверх я увидел. Я сначала думал, что какой-то, блядь, пиксель полетел. Это Саня был, оказывается.
Да, друзья. Вот так вот, понимаете, вот так и живем, блядь. Кто-то на фокусах, а кто-то на Роллс-Ройсе, блядь. Вот ну что это такое? Где баланс? Где баланс? О, что? Блядь, Саня просто, блядь. Саня не испро... Блядь. То есть вы понимаете, Саня улетел в космос. А после этого Саня едет уже в четырке. Он по... А, он походу, блядь, захватил четырку. Ехал мирный пацан, он ему пробил колесо, заставил его хуячить, высунулся из калаша и начал беспределить. Знаете, Саня это такой, типа, герой, блядь, который вообще, знаете, типа, ему вообще похуй, он просто безбашенный. Вот реально... Ёпта, что про... Блядь, мне... Такое, блядь. Решетка на Rolls-Royce дорого стоит, нет? Ладно, ребят, в общем-то, сегодня, как всегда, знаете, какое правильное описание к любой серии по КРМП? Чё, блядь, происходит? Вот, собственно, в очередной раз. Спасибо еще раз Алексею за сей замечательный денек. Алексей Юшин, спасибо тебе большое за обмен, это было круто. Все, ребят, мы будем прощаться. Ставьте лайк, если вам понравилось. Сегодня было позитивно, сегодня было круто, сегодня были аварии, гонки. Саня, еще один Саня, много Сань. Лёха, Карлос, Джеффри, все здесь, все тут, ёпта, все собрались. Короче, рассказываю такой расклад. Я ему, конечно, был немножко рад. Было два Санька, Карлос, Джеффри. Ну, короче, провели время охуенно. Приехали с Карлосом Алиевым на дачу, ёпта. А где моя заначка? Я такой ему говорю: пойдем ко мне, пивка попьем, блядь, вискаря хлопанем. И, блядь, потом, камон, камон, камон. И приехали... А он спрашивает меня: или к тебе? А я скажу ему: я живу в пизде! Все, ладно, ребят. Спасибо за просмотр. Мы сейчас будем бухать. Да. О, медик. А, он с нами катался. А, что? Подожди. Блять, слишком много Алиевых, я снова начинаю путаться. Тоже Алиев подъехал, нет? А, Булкин подъехал. Буйкин. Саха Буйкин. Это что-то новенькое, блядь. Что-то новенькое, пацаны. Ладно, ребят, до новых встреч, увидимся, короче. Да, сегодня было реально, мне кажется, мега круто. Всем пока-пока.